Анастасия Кирпичникова из «Асбеста» приняла участие в первенстве Европы по плаванию. В копилку юношеской сборной России она положила золотую и бронзовую медали. Первенство Европы по плаванию среди юниоров проходило с 28 июня по 2 июля в израильском городе Нетания. За победу боролись 600 спортсменов из 45 стран. Команда России стала первой в общем зачете, завоевав 30 медалей. Из них 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых. Анастасия Кирпичникова из «Асбеста», входившая в состав российской сборной, заняла первое место в эстафете 4 на 100 метров. В заплыве на 800 метров наша спортсменка стала третьей, положив в копилку сборной бронзу. Поздравляем Анастасию Кирпичникову и желаем новых спортивных высот!